Первый вопрос повестки дня – утверждение положения о бесплатном предоставлении земельных участков очередникам. Все вы прекрасно знаете, что это достаточно большой массив граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, и данная мера позволит им получить земельные участки, соответственно, из очереди они будут исключаться. Естественно, это очень серьезный шаг для того, чтобы действительно снять напряжение в очереди, которое сегодня скопилось большое количество людей. И, по всей видимости, это вариант для тех, кто стоят в очереди, если люди захотят из очереди именно взять землю бесплатно для строительства. Таким образом, очередь потихонечку могла бы двигаться. Да? За утверждение документа депутаты проголосовали единогласно, а потом приступили к обсуждению готовности мест массового отдыха, в том числе на водоемах. Депутатскому корпусу доложили, что сделано, как подготовлены пляжи, но больше всего народных избранников волновал вопрос обеспечения безопасности в период купального сезона. Для постоянного контроля будет создана комиссия в администрации города, которая займется еженедельной проверкой официальных зон отдыха. По мнению депутатов, необходимо развернуть широкую информационную кампанию, чтобы горожане знали правила безопасного поведения на воде. И еще раз напомнить, где разрешено купаться. Официально только на городском пляже в районе моста Гау. Поэтому депутаты настоятельно рекомендовали, чтобы на всех других городских водоемах установили аншлаги о запрете купания. Кроме того, народные избранники рассмотрели вопрос о реализации мероприятий по формированию архитектурного облика города и многое другое. Арина Макарова, Анжелика Барвинок, Новости Димитровграда.